На заседании Мажилиса парламента дали старт рассмотрению нового налогового кодекса. Проект, включающий 822 статьи, призван не только сократить количество налогов и обязательных платежей, но и облегчить налоговое администрирование. Законопроект разработан в рамках исполнения поручений президента, озвученных в его послании народу страны. Принятие налогового кодекса запланировано на следующий год, а вступление в силу на 1 января 2026. За это время документ будет дорабатываться и совершенствоваться в стенах парламента. В рамках проекта кодекса предлагается в том числе следующее. Дифференциация ставки КПН для налогоплательщиков некоторых отраслей, расширение налоговых вычетов для развития обработки и стимулирования реинвестирования прибыли на модернизацию, сокращение количества налогов и других обязательных платежей в бюджет, оптимизация всех специальных налоговых режимов, пересмотр подходов по мониторингу и анализу предоставления налоговых льгот.